Более 117 миллионов рублей дополнительно привлечено Ивановской областью из федерального бюджета на реализацию программ в сфере дорожного хозяйства. Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства направят на решение социально значимых вопросов. Так, средства федерального трансферта позволят продолжить реконструкцию первого этапа дороги Юже-Талицы-Мугреевский. Кроме того, рассматривается возможность увеличить расходы на ремонт трассы Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Тейковском районе. Благодаря первым бюджетным корректировкам размер расходов областного бюджета увеличится до 34 миллиардов рублей, что позволит решить и другие наболевшие вопросы. Ну, во-первых, наши хронические недострои. Мы планируем достроить все детские сады, которые начали. Это Шуи, Кинешма, это Кохма. Мы планируем достроить Родниковский спорткомплекс. Значит, мы индексируем практически все льготы, задержка по которым. Мы увеличиваем нормативы на бесплатные учебники. Мы планируем деньги на высокотехнологическую медицинскую помощь.